Сегодня вступили в силу несколько законов. Один из них предусматривает наказание за препятствование врачебной работе. Если на дороге водитель мешает проезду машины скорой помощи, то он может быть лишен прав. А если по вине нарушителя погибнет человек или его здоровье будет причинен тяжкий вред, виновному грозит заключение под стражу до 4 лет. 6 августа проживающие в ветхих, изношенных и подлежащих сносу многоквартирных домах бессрочно наделяются правом не устанавливать счетчики. Платить они будут по обычным, а не по повышенным нормативам. Усиливается сегодняшнего дня ответственность за подделку документов. За это правонарушение можно будет получить до 3 лет заключения. За приобретение, хранение, перевозку в целях использования или сбыта, а также за использование заведомо поддельных сведений паспорта гражданина, удостоверения, штампов, печати или бланков предусмотрены ограничения лишения свободы либо принудительные работы сроком до 1 года. Штраф за сообщение ложных сведений увеличится от 3 до 5 тысяч рублей для обычных граждан, для должностных лиц от 5 до 10 тысяч.